Как сделать сыну бусы в домашних условиях? Для этого нам понадобится пара ненужных туфлей, саморезы и шуруповерт. Берем саморезы и с помощью шуруповерта ввинчиваем их изнутри. Узор шипов зависит от вашей фантазии. Кто-то скажет, что в таких бутсах играть невозможно. Неправда. Судя по российской сборной, наши футболисты именно в них и играют.